Преподобный Серафим Вырицкий, в миру Василий Муравьев, родился в 1866 году под Рыбинском. Отец Василия рано умер. Мальчик начал работать. Смекалка и ум помогли Василию выбиться в приказчики, и со временем он открыл свое дело и начал торговать пушниной. Семья Муравьевых отличалась религиозностью. С юных лет духовником Василия стал старец Варнава из Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры. Мечта Василия о постриге сбылась в 20-м году. Он принял монашество с именем Варнава в Александро-Невской Лавре. В годы Гражданской войны отец Варнава служил в кладбищенских храмах Лавры. Он отпевал и белых, и красных, и случайных жертв братоубийства. Именно тогда стала складываться его репутация утешителя, духовного наставника и врачевателя душ. В середине 20-х отец Варнава принял схиму с именем преподобного Серафима в честь преподобного Серафима Саровского. В 30-м году отец Серафим тяжело заболел. Он переехал в Вырицу, поселок под Гатчиной. К нему, уже прославленному молитвеннику и прозорливцу, потянулись страждущие. «Пока моя рука поднимается для благословения, буду принимать людей», — говорил он. В 30-е и 40-е годы к отцу Серафиму Вырицкому приезжали физиолог Иван Павлов, создатель фармакологии Михаил Гременицкий, физик Владимир Фок, многие другие ученые и деятели культуры. Скончался старец Серафим в 49-м году. Известные случаи исцеления по молитвам к преподобному Серафиму.